Но на следующий день дела пошли на лад. Мы отправились на рыбалку до того, как проснулась съемочная группа. И нам повезло куда больше. Значительно. Точно. Вот наш улов. Я голыми руками поймал дорадо. Борьба была серьезная, я свидетель. Я в это время тащил всю эту рыбу. Всю. Точно. В общем, тут много рыбы, которую мы поймали сами. Рано утром, без съемочной группы. Пришла пора погрузить рыбу на наши транспортные средства. Смотрите, осьминог. Взгляните на его лицо. Он удивлен тому, что Джеймс одолел его. Смотрите. С сырным соусом термидор получится знатный. И вся эта рыба сохранит свою свежесть до самого бинго. Давай, приятель, прыгай в аквариум к друзьям. Тебе там понравится. Взгляните. Твою. Прости, дружище, прости. Прости, он весь в песке. Вот черт. Сейчас отмоется. Вот так. Он в порядке. Входит через рот, выходит через анус. Нет. Входит через рот, а выходит, похоже, через жабры. Да нет, через анус, через все тело. Нет, рыбу целиком пронизывать не требуется. Если бы я сушил тебя... Откройте кто-нибудь крышку. Нет, я занят. Крышку откройте. О, да! Полюбуйся. И что дальше? Вешаем сюда. Наконец, погрузка и развешивание закончились. И мы были готовы. Итак, настала пора. Такого в автошоу еще не говорили. Спасти мир. Поехали. Итак, вперед спасать мир. Поехали. О, боже! Ну что за хрень? Откуда столько воды? Господь всемогущий, что тут происходит? Но могло быть и хуже. Он рулит сам, это не я. Он мной управляет. Дамы и господа, с огромной... Дамы и господа, с огромной гордостью и покорностью принимаю я эту награду за... Асфальт. Так-то лучше. В ходе нашей миссии мы выйдем из Мапуту. И проедем 320 километров на север до деревушки Бинго. Самое главное в этой машине — четырехцилиндровый дизельный движок на 3,2 литра. Очень мощный, он быстро довезет меня. Вот чего не понимают ни Анджелина, ни Боб Гелдов, ни Бона. Петь песенки и усыновлять детей — это хорошо. Но на самом деле нужен большой, мощный двигатель, стоящий в моем крепыше. У каждого встречного я читаю в глазах мысль. Почему я до этого не додумался? В будущем по утрам здесь будет собираться целая флотилия рыбацких лодок. А на берегу флотилия мотоциклов, которые будут забирать рыбу и отвозить ее вглубь страны. Всего-то... 320 километров на мотоцикле. Хороший ездок сможет делать 2 и даже 3 ходки в день. Здорово, правда? Да. Да, это гениальная идея. Да. Возьмите на заметку. Да. Это отличный бизнес. Да, видите? Как в пещере льва или дракона. Короче, в шоу с Аланом Шугаром. Он имеет в виду Дональда Трампа. Температура и давление в норме. Аквариум полон воды. Как там рыба? На месте и выглядит довольной. Само собой. Она же в море. Не знает, что она в машине. Рыба, знаете ли, она умом не блещет. Обгоняю пизанский падающий автобус. Итак, мы проехали 65 километров. Едем по гладкой, почти австрийской дороге.
Движемся в сторону Бинго. Доедем через пару часов. Ничего проще не делал никогда. И поскольку у нас все шло хорошо, я решил немного развлечься. Внимание, тест на торможение для Джеймса Мэя. Урод. Ты, знаешь ли, мешаешь доставке живой рыбы. Мы должны действовать сообща. Не веди себя как вздорный ребенок. Кто-то выпал на дорогу, деваться некуда. Да. Но через несколько километров асфальт закончился. И поскольку Хаммонд отверг мою идею продеть рыбу до ануса и прицепил ее за жабры, у него начались проблемы. Хаммонд, ты только что потерял 90% своей рыбы. О, нет. Разве? И еще одну. Я проехал по рыбе. Мне волноваться? Дружище, это далеко не последнее. Хаммонд теряет их на огромной скорости. Хаммонд, еще две упали. О, боже. И еще одна. Так он скоро... И еще одна. Растеряет всю рыбу. У нас есть конкретный адрес доставки. А ты устроил ковровое бомбометание по всему Мозамбику. Я доказываю принцип. Я не собираюсь накормить их за одну ходку. Я хочу показать, как им себя прокормить. Фееричный идиот. Ветровое стекло изнутри грязное. Из-за капель морской воды. Рад сообщить, что начался дождь, который, конечно же, наполняет мое ведро. Повторное использование ресурсов, от которого принц Чарльз будет в восторге. Думаю, он вспомнит об этом, когда я буду получать рыцарское звание. Кто подсказал вам идею повторного использования? Это так изобретательно. В самом деле... Извини. Какой смысл сушить, если ты ее мочишь? Извини. Извини, Хаммонд, на тебя не попало. Какой смысл сушить рыбу, если ты ее мочишь? До Бинго оставалось еще 240 километров. Но мы были уверены, что даже по таким дорогам доберемся туда до темноты. Но потом ехать стало намного трудней. Это плохо. Спокойно, спокойно. Черт! Огромная колея! О, нет! Давай! Хаммонд не сможет справиться. О нет, опять? Ему все тяжелее. Но первым сломался прочный и надежный Мерседес. Черт, все шло так хорошо. Что случилось, Мэй? Заглох, когда я проезжал лужу. Наверное, вода на чем-то или в чем-то. Пытаюсь сообразить, что я могу сделать. Ничего. Но поскольку мы были в одной команде, нам пришлось ждать, пока его двигатель высохнет. Поехали! К сожалению, поломка оказалась неоднократной. Минутку, опять заглохло. Через минуту заведется. Вот черт. Что скажешь, улитка? Твоя машина на ходу или нет? Надо подождать полторы минуты. Почему ты сломался именно здесь, старый неуклюжий имбецил?
Ничего не попишешь, извини, придется ждать полторы минуты. И как я терпел его столько времени? Медленное продвижение Мерседеса начало доставлять мне проблемы. На небе не было ни тучки, и мое ведро почти опустело. Все время ломается передо мной и говорит, полторы минуты надо подождать. Только не полторы, а 15 минут. Мне нужен лед, его остановки мешают нам. Да, тебе нужен лед. Знаю. Тебе нужна вода. Да, мы договорились работать сообща, и мы так и работаем. И мы бросим его, работая сообща. Да, как одна команда. Решение было принято, и мы продолжили путь. Давай, мотоцикл. Езжай, езжай. В целом, мы ехали довольно быстро. Прости, я не специально. Посмотрим, что тебя здесь ждет. Давай! Обалдеть. Кажется, ты утопил свой байк. Хаммонд требовал, чтобы я помог ему, но там было слишком грязно. И я придумал идею получше. Получается? Кларксон тянет так аккуратно. Я в шоке. Ну как, плавно? Невероятно плавно. Он никогда не заведется. Заведется. Ты купил его за 800 фунтов. Что случилось? Да, руль отвалился. У тебя из трубы вода хлещет. Да ладно. Ну уже! Почему Юан Макгрегор ездил на BMW GS? Не знаю, они такие дорогие. Он зря потратил деньги. Я в шоке. Тем временем, далеко позади, мокрой курице везло намного меньше. Полторы минуты. Во второй половине дня дороги стали еще хуже. Давай! И человек-черепаха стал меня серьезно задерживать. Мое ведро официально опустело. Мне нужно добраться до источника чистой воды, прежде чем растает лед. Давай! Охренеть! Я заехал в море! Хаммонд, нам нужно в город. Хватит валять дурака. Я и не валяю. Валяешь? Не валяю, тут нет дороги. Передача вылетела. Давай. Давай, Хаммонд, у нас заканчивается лед. Вот черт! Прискорбное зрелище, в самом деле. Это... Я ведь даже не люблю рыбу! В конце концов, у меня не осталось иного выхода, кроме как бросить коллегу. Я даже не знаю, сколько до ближайшего города. Но должен добраться туда, пока не растаял лед. Мне нужна вода. И уже темнеет. Каждый может петь песню «Накорми мир», но, как выясняется, накормить его довольно непросто. Особенно, если у вас мотоцикл или Мерседес, превращенный в аквариум. Давай, езжай. Езжай, немец. Отлично. О, черт. Твою ж мать! Но после наступления темноты, благодаря слаженной командной работе, я был в полном порядке. Хорошая новость. Я нашел городок, а точнее поселение, где раздобыл воды и сделал лед. С рыбой все в порядке. Плохая новость.
Я только что узнал, что мы не проехали и полпути до Бинго. Сейчас полночь, и Хаммонд с Мэем отстают от меня на 3-4 часа. Стоит ли ждать их? О, боже. Так? Спокойно. Черт!